Вы сама нежная, спасибо. Скажите еще раз, как, что клубнику? Замораживать, порезали. Да, я сахаром пересыпаю. Нет, ничего не добавляю, просто пересыпаю сахаром и замораживаю все. Я очень обрадовалась, что старт марафона в понедельник, класс. Ну да, ровно через неделю получается. Красавица моя любимая, скорее бы марафон начался. Да, хочу к вам на марафон. Напишите мне на почту или в директ. Добрый вечер, отлично выглядите. Спасибо. Как начать участвовать? Просто мне написать надо, я вам пришлю условия участия. Марафон в какие часы? Он идет 20 дней. 20. Вы имеете в виду прямые эфиры? Прямые эфиры идут в 10 утра и в 20:00 вечера. Но они же все сохраняются, поэтому вы можете в любой момент включить, посмотреть или послушать. Перец и баклажан как замораживать? Но перцы я вычищаю изнутри, потом вставляю их друг в друга и после этого в пакет и замораживаю. Получаются такие полосочки, как рулетик. Марафон длится 20 дней. Как относитесь к Африкантовой ее лекциям? Никак. Это ее страница, что хочет, то и делает. Добрый вечер. Ждем марафон и наши девичьи посиделки. Софочка, привет. Еще подскажите насчет сельдерея. Он не перебивает вкус и запах, не дает сильный. И насчет топленого масла сами делаете? Нет, я топленое масло покупаю, а сельдерей не придает никакого вкуса. Если вы делаете для соуса, вот как я делаю в соус, то он не придает. Нет, еду каждый день отправлять в марафоне не нужно. Кушайте то, что хотите. Я буду иногда спрашивать там, что вы сегодня кушали. Можете написать, можете не писать. Я никого не принуждаю, не заставляю. Да, и, кстати, там какой-то сайт там написал по поводу того, что у меня на марафоне каждый день спорт и строгий подсчет калорий. Это неправда. Мы калории не считаем, спортом мы не занимаемся. Хурмушечкам привет, привет. Добрый вечер, Ирина Александровна. Добрый. Грачева Александра, это про что? Как у вас хватает сил на готовку после досуга? Так я ж когда готовлю, я отдыхаю. Вот реально просто отдыхаю. Курмушечки, привет. Я на пенсии, да. Здравствуйте, привет. Спасибо. Это наши танцы называют спортом. Ну так, я даже не знаю, как это спортом можно назвать. Так, для настроения чуть-чуть. Танечка, привет! Я уже вас тут всех узнаю, девчонки, представляете? Ваш голос так похож на голос мамы, которая сейчас далеко. Обожаю вас слушать. Спасибо. Какая у вас прикольная пижамка. Это Ритулька мне подарила. Вы прекрасная мама. Спасибо. Вы ничего так себе, бабёнка. Ваша Рита змея подколодная. Не, ну вы зачем моего ребенка обзываете? Вы серьезно? Не, это вообще просто ужас. Вы на Лободу похожи, вообще нет. Вот даже близко нет. Скоро будем клубом пенсионеров. Не, у нас, кстати, очень много молодых девчат-то. Передайте привет Челябинску. Цена марафона 1000 рублей. 1001 за 20 дней. Не каждый день. Я просто слышала, что есть марафоны, где каждый день платят. Добрый вечер, Ирина Александровна. Вы моя любимка. Была у вас на марафоне. Довольна. Вы меня узнаете?
Лизавета, не узнаю. Не узнаю. Когда вы были у меня на марафоне? Аватарку не узнаю, Лиза. Спасибо за рецепт салата с буратой. Моему мужу так понравилось, новую машину подарил. Ничего себе, какой муж хороший. За салат с бурата новую машину подарил. Анжела, это просто потрясающий муж. Слушайте, всем по такому мужу надо, срочно. Когда вы будете готовить в эфире? Я сегодня готовила в эфире. Так приятно вас слушать, спасибо. Хейтер, идите мимо. Рита, восхищаюсь. Рита, молодец. Капец, вы с ума сошли, маме говорите за дочку. Я уже удалила этого непонятного человека. Здравствуйте, передайте привет моей мамочке Наталье. Мы вас смотрим с ней сейчас. Мамочка Наташа, большой привет. В чем заключается марафон? Просто собираемся, просто разговариваем, просто смеемся, шутим, обсуждаем письма разные. Ну и так, просто когда мы разговариваем, мы не кушаем, из-за этого мы худеем. У вас в ваши веки вокруг глаз это состояние, не поняла ничего. Восхищаясь детьми, спасибо. Цена фиксируется, да. Вы наше солнышко. Спасибо, Анжела. Анапа, привет. Вы моя красавица. Сколько стоит марафон? Наташенька, 1000 рублей. Эфиры все сохраняются. Все. Перцы фаршировать, конечно, будем. Конечно, будем. Марафон очень хороший, действующий. Участвовать 2 раза. Цели достигла после первого, потом просто тихонечко слушала, очень много интересного и полезного. Людочка, спасибо большое за отзыв. У вас при мигрени низкое давление? Ну, в основном, да, в основном. Ну, как правило, все равно более-менее нормально. Вот вчера у меня были головокружения, когда на участке, видимо, от жары и от того, что я много работала на солнце. Вот, получается, что у меня давление было 90/60. Низковато, конечно. Поэтому и чернело в глазах, и голова кружилась очень сильно. Леночка Базан, привет! Если у вас по здоровью, вам нельзя голодать, низкий гемоглобин и так далее, ну просто... Пропустите водные дни, просто начинайте сразу с 3-го дня. Сегодня я готовила омлет. Следующий марафон 15-го, через неделю, ровно через неделю. Уже в это воскресенье предварительный прямой эфир в 12 часов дня по Москве. Там, где я все подробненько расскажу. Все, расскажу, что будем делать, как будем делать, все. А я занимаюсь на марафоне с Ритулькой, супер, нравится все, пресс обалденный. Да, кстати, вот про рейтинг марафон очень много отзывов хороших, это правда. Моя дочка 11 лет, говорит, хейтеров за глотку бы взять. Дочке привет большой. Эту пижаму я не купила, эту пижаму мне подарила Маргаритка. У меня виниры, да. Когда будет эфир готовки вкусняшек? Эфир готовки вкусняшек будет, сейчас скажу, в четверг. Да, в четверг, так что вы готовьтесь. В четверг мы будем готовить тирамису. Помните, я рассказывала, что у нас будет прямой эфир. Я пригласила к себе сюда на кухню сушеф-повар одного известного ресторана в Москве. Вот, он покажет, как в домашних условиях приготовить отличный тирамису. Поэтому будем готовить. Отговорите меня делать тату. Не делайте тату, пожалуйста.
В худшем случае сделайте, выбейте портрет своего врага на груди. Полоскание с гвоздикой реально помогает? Ну, вообще говорят, что помогает. В апрельском марафоне была. Я первые 2 дня водных жаловалась, что не могу пить воду. А потом я смеялась с себя. Вы большая умничка. Спасибо, Лизонька. На июнь идете с нами? Ирина, добрый вечер. Была в марафоне, сейчас продолжаю. Минус 13 килограмм. Вы очаровательна. Эльвирочка, привет, дорогая. Расскажите про марафон. Меню готово уже к БЖУ. Мы не считаем калории. У нас нет готового меню. Нет. У нас есть рекомендованный список продуктов, из которого вы сами создаете свое собственное меню. Все просто. Все очень гибко. Потому что у каждого свой график жизни. У каждого свои вкусовые предпочтения или заболевания, или, не знаю, у кого-то аллергия, кто-то что-то не ест. Поэтому однотипное меню для всех я не готова делать, потому что это неправильно. Всех под одну гребенку. Поэтому есть список продуктов, из которых вы можете выбрать и приготовить то, что вы любите, или то, что вам нравится. Чтобы участвовать в марафоне, нужно написать мне на электронную почту, которая есть в шапке профиля. Я сейчас в историю еще раз выложу свою электронную почту, либо в директ. Привет! Вся информация от вас полезная. Спасибо! Всегда рада вашим прямым эфирам. Спасибо большое! Я купила кулер, как у вас, с чайником. Подскажите, пожалуйста, вы довольны? Конечно, Фаина, очень. Мне очень нравится. Более того, я скажу, что если вдруг я буду уезжать, то этот кулер я заберу с собой. Нет, тут не только все с марафона. Просто у меня на марафоне очень много людей, и они очень активные. Они меня поддерживают. Они меня узнали с другой стороны, более близко познакомились. Вот представляете, если вы 3 недели с человеком утром и вечером постоянно разговариваете. Вот, конечно, вы узнаете его немного с другой стороны. Тем более, что на марафоне нет хейтеров, там нет негатива. Мы там абсолютно расслабленные. У нас такая обстановка очень дружная, семейная. Я туда захожу и отдыхаю душой и сердцем, потому что девочки меня ждут, они меня любят, они ко мне относятся очень хорошо, я к ним тоже. И поэтому у нас немного другая обстановка, чем вот в эфире общей страницы. Потому что здесь очень часто хейтеры нападают, особенно когда я готовлю кушать. Как только я отвернусь, в это время они пишут гадости. Вот, вот сейчас вот смотрите, как мало гадости, потому что они видят, что я смотрю. Притаились и сидят себе там в уголочке, слушают. Дремалкиной Аночке, привет. Я сегодня на водичке, отличное самочувствие. Леночка, тебе уже на водичку не надо, ты уже растаяла у меня. На марафон записаться можно, написав мне в директ или на почту. При низком давлении кофе выпить. Вы знаете, у меня когда низкое давление, я предпочитаю крепкий черный чай с молоком. Видимо, из-за того, что я выросла и родилась в Казахстане, там очень распространено именно крепкий вот такой кирпичный чай с молочком. Это так вкусно. Я не справляюсь уже с паническими атаками. Я с ними справилась благодаря самодисциплине. То есть я прям работала с собой. Это психосоматика. Спасибо большое. Хотела оплатить, ваша карта заблокирована. Я заблокировала свою карту, позвонила в Сбербанк, потому что ее пытались взломать сегодня. Поэтому напишите мне еще раз, а я вам вышлю номер другой карты. Я верю в Бога, да. Вы клевая, ваш дом бы я купила, но живу в Башкирии. Такой у вас дом суперский, я его прям люблю.
Сложно участвовать в марафоне, когда находишься на работе. Нет, у нас на марафоне, представляете, сколько девочек на марафоне, но они же не все дома сидят. Очень многие работают, и многие там очень заняты, очень. И дети, и работа, и муж, и все получается, все успевает, все хорошо. Можно подписаться на вашу рабочую страницу. Зачем? Как рада вас видеть. Привет, Любонька, ты уже уехала с дачи? У Маргариты спортивный марафон. Она проводит спортивные тренировки 20 минут в день в течение 3 недель. Губы как у утки. Ну, главное, чтобы у вас они были в порядке. Главное, чтобы мои губы вам не мешали жить. Здравствуйте. Я хочу в ресторан. Ой, скоро уже рестораны открываются. Насколько я понимаю, что уже прям вот-вот. Поэтому в ближайшее прям время мы с девочками обязательно москвичками и подмосквичками договоримся и встретимся в каком-нибудь ресторанчике, посидим, покалякаем. Люблю ваши видео, спасибо. Нагиночка, привет. Нагина, я сегодня выходила утром в эфир, ты где была? Привет, привет. Вика, привет. Да, конечно, для всех, кто у меня с первого, там со второго или с третьего, для вас все та же самая стоимость, все правильно. Марафон огонь. Я похудела на 22 килограмма. И только все это заслуга нашей Ириночки Александровны. Низкий поклон. Леночка, спасибо большое. Будем смотреть. Я так хочу хорошие суши отведать. А я что-то как-то вот нет такого. У меня был момент, когда я суши, роллы прям подсела. А сейчас, не знаю, нет такого, что я прям вот хочу суши или роллы. Нет. Спокойно абсолютно. Где вы покупаете такие красивые костюмы, мятные и красные? Я заказываю у байеров из Америки. Что за манера обсуждать внешность людей? Какая вам разница, как выглядит человек? Ну, я тоже так считаю, потому что мы все разные, у всех внешность разная. И поэтому ты либо приходишь пообщаться или послушать с человеком, либо ты приходишь разглядывать его как картину. Ну, окей, разглядывайте. Ну, что я могу поделать? Я кушаю сколько раз в день? Ну, где-то, наверное, 4-5. Где-то так. Сколько будет эфир? Какая вы красивая. Июнь хочу с вами. В мае не смогла, но хотела. Ну, все, присоединяйтесь. Чтобы участвовать в марафоне, нужно написать либо мне на почту, либо в директ. Я пришлю условия. Сейчас, секундочку. Алло. Ирина, добрый вечер. Да, Ксюша, привет. Удобно говорить? Я в прямом эфире, ты что-то срочное? Нет, мы не перезвоним. Да, хорошо, перезвоню. Всего. Я даже не представляю, как вы скучаете по внукам, которые на Кипре. Как давно вы виделись? Светлана, я была там в январе на Старый Новый год. Ну, я, конечно, скучаю очень сильно. Безумно скучаю просто. Вот. Но самое, знаете, что удивительное, что когда я там была, казалось бы, я там была всего 10 дней, но я ужасно соскучилась по Кирюше и по Леве, по Оле и по Олежке. Безумно соскучилась просто. Поэтому я не знаю. Вот я, Царство Небесное моей мамочке, я сейчас ее так понимаю, когда она говорила, что как она мечтает о том, чтобы мы были все рядом. Что она бы хотела, чтобы я и моя сестра жили рядом с ней. Поэтому я понимаю ее очень сильно, потому что я действительно хотела бы, чтобы мои дети были рядом со мной. Ну, где-то вот прям вот недалеко хотя бы, чтобы можно было сесть на машину и доехать. Благодаря вам подсели на Экомаркет, особенно шоколадные блинчики, вся семья в восторге. Июнь, я с вами точно, в мае хотела, написала вам, но не смогла. Ничего страшного, приходите на июнь.
Рита трудяжка большая. Смотрю, Рита и Оля замечательные, воспитанные, внуки замечательные. Да, правда, у меня девчонки трудолюбивые, да и Олежка тоже работает и учится. Молодец. Я хочу участвовать, что мне надо сделать? Написать мне в директ или на почту. Хочется узнать про ваш чан на улице. Чан из алтайского кедра, очень хороший, классный. Мне очень нравится, и самое главное, что он для круглогодичного парения. То есть вы можете париться круглый год. Не только когда тепло, но и зимой тоже. Зимой даже какая-то особенная просто красота, когда ты паришься в нем. Добрый вечер, рада вас видеть. Спасибо. Девчонки классные у нас в группе, так классно мотивируют. Еще не начали, уже ух. Да, у меня девочки, вот костяк основной, это просто потрясающие просто девчонки. Они переходят из марафона в марафон, приводят с собой мам, бабушек, теть, коллег, друзей, подруг, мужей, дочек, сыновей. У нас столько просто есть такого, что, как говорится, сарафанное радио, когда просто говорят, мне прям пишут, мне про вас рассказала коллега, я очень хочу к вам, я видела, как похудела моя сестра, возьмите меня к себе и так далее. Весь марафон – это диета? Нет, это не только диета, это мотивационные эфиры, это разбор писем, это уход за собой, это встреча со специалистами. У нас очень разноплановый марафон, это не просто ты пришел, тебе всучили там менюшку, и что хочешь, то и делай. Это вот очень, кстати, многие марафоны, которые стоят там по 15 тысяч, вот они примерно такие. У нас все на живом общении, все вот на прям вот на вот на таком общении. Мы обсуждаем все. Поэтому этот марафон волшебный именно поэтому, потому что в нем есть душа, и он именно построен на живом общении. Обожаю ваш сад. Спасибо. Я хочу просто пообщаться с вами. Вы можете прийти на марафон не обязательно для того, чтобы стройнеть. Просто, пожалуйста, приходите, будем общаться. У нас, кстати, девочки есть, которые уже давно привели себя в форму, которая им нужна, и приходят просто для общения. Просто потому, что им нравится. Где можно купить чайник с кулером? Ой, вот этот, который у меня большой, черный, да, я его заказала просто на сайте «Мир кулеров». Прям вот нашла, зашла, повыбирала, вот нашла его. А тот чайник, который сейчас у меня, я вам расскажу попозже немножко. А мы с вами отдыхаем, наши любимые. Нагиночка, спасибо. Вы очень поддерживаете, даете большой стимул. Без вас даже ранее, проходя марафон, держаться нет сил. Спасибо, девчонки. Приятная атмосфера на марафоне. Мы любим, уважаем нашу Ириночку и поддерживаем друг друга. Это правда, Леночка. Спасибо большое. Вы очень красивая. Дай Бог здоровья вам и вашей семье. В гости к вам приеду. Я очень соскучилась по вам и по марафону. И, конечно же, о хурмушечках. Танюша, ждем. Ждем. Возвращайся домой, моя хорошая. Очень приятная женщина. Жду июньский марафон. Спасибо. Ой, как я жду марафон. Светочка, уже неделя осталась. На воде нет, не часто, нет. Люблю вас. Ну почему я хочу печеное, но хлеб? Танюша, не поняла. На водичке как хорошо, девочки. Вон у нас Нагиночка пишет. Вы наша любимая, спасибо. Эфир утренний не смотрела, пришлось позже пересмотреть, но я с вами танцевала. Молоко прям в чай добавить? Да, чай заваривается черный чай. Заваривается, причем он так круто, что он становится мутным. Знаете, такой прям как с осадком. И когда ты наливаешь в пиалу вот немного такого чая и потом чуть-чуть молочка, лучше горячего, то получается такой вкусный чай. Очень. Он должен быть цвета кирпича.
Привет, я тоже родилась в Казахстане. Да, я чай с молоком пью. Муж надо мной смеется, говорит, что такое в Казахстане так пьют. Я оттуда. Кстати, на самом деле я посмотрела, чай с молоком пьют в Англии. Вы знаете об этом? Из Казахстана, из Семипалатинской области. Рита сегодня в эфире, Кузин сегодня в эфире сказал, что вы, Рита, врете всегда, и он платит алименты, а если будете наговаривать, то и это платить не будет, он очень странно себя. Нет, ну, это просто удивительно. Я, во-первых, ничего не говорю, поэтому мне предъявлять нельзя. Я на самом деле не говорю об этом. Даже когда меня спрашивают, я всегда говорю, что это дела Риты и Жени. Это раз. А во-вторых, ну, это, опять же, это дела Риты и Жени, ну, не хочет, пусть не платит. Ну, что я могу сказать? Ничего хорошего на эту тему сказать не могу и не хочу. Осталось совсем чуть-чуть до 15-го. Да, немножко ногиночка осталась. У меня мигрени, подскажите, что попить. Ну, вообще лучше сходить к неврологу. Вообще, чтобы вам точно поставили, что у вас точно мигрень, потому что может головная боль, она бывает абсолютно разной. Вот у меня точно поставлен диагноз мигрень, и поэтому я пью триптаны, суматриптаны. Вот, допустим, в последнее время мне помогает сумамигрен, вот я его и пью. Участие в марафоне стоит 1000 рублей. Мне надо сбросить всего лишь 3 килограмма. Год назад родила сына, похудела на 25 килограмм. Решила, что оставшиеся буду сбрасывать с вами. Напишу после эфира. Приходите, вы за этот марафон 100% их сбросите. Нет, я не принимала препараты для похудения. У вас есть помощники по ведению Инстаграм? Нет, нет. Я сама веду Инстаграм. А про Кузина никто ничего вообще не отвечает. Рита сказала, пусть у него и спрашивают, и все. Ну вот и я про то же. Ну просто знаете как, есть такой момент, что люди очень любят сталкивать лбами для того, чтобы что-то такое вот горяченькое нарыть. Мне так кажется, что между нами не должно быть никакой злости, потому что между нами стоит малыш, это Митюша. И если мы начнем друг друга кусать или злить, то ничего хорошего не получится для Мити в первую очередь. Поэтому мне кажется, что нельзя ссориться ни с Женей, ни Рите, ни мне, тем более, да, что мы должны все помнить, что у нас есть Митя, которого мы все очень сильно любим. Поэтому ссориться из-за каких-то денег, алиментов нет никакого вообще резона. Есть резон, это просто любить нашего малыша и сделать все для его хорошего будущего. Все. Коллаген я не пью, нет. Люблю вас, Ирина Александровна, за спокойные ответы. Спасибо. Привет, красавица наша, привет. Вы очень красивая, умная, интересная. Очень рада вас послушать. Вкусно готовите, дочери красавицы. Семья супер, любим вашу семью. Спасибо большое. Подскажите вкусный и классный тортик. Медовик Наполеон, какой вы стряпаете? Я очень давно не пекла тортики, но в ближайшее время я буду делать тирамису, я уже говорила. Спортом я не занимаюсь. Добрый вечер, Наирочка. Привет. Как дела, Наира? Блинчики, да, люблю и могу один съесть даже, да. У девочек срывы? Бывают срывы, бывают. Ну, не часто, так скажем, редко. И мы с этим справляемся всем марафоном, всем нашим бабьим царством. Марафон у нас в понедельник начинается, но в воскресенье у нас будет предварительный прямой эфир. Я очень спокойно отношусь к суше.
Никак не могу купить кустарники на штампе, у нас не продают. Ой, я не знаю, как помочь. Может быть, вам написать в поиск, вдруг они высылают. Следующий марафон 15 июня. За 20 дней на 20 килограммов реально? Нет, конечно, нереально. И это вредно, и не стоит так делать. Конечно, нет. У Ритули акции. Ответьте, пожалуйста, вы пьете коллаген? Ответила, не пью. Обожаю Ритулин марафон. Так, я прокручу, девчонки. Если кого-то не прочитала, еще раз напишите, потрудитесь, хорошо? Насколько калорий едят на марафоне? Мы не считаем калории на марафоне. Да, мне спорта хватает на даче в большом доме. Я здесь столько хожу по этажам, туда-сюда, туда-сюда, бегом на участок. Что надо для марафона? Огромное желание. Огромное желание. Сорвалась после двух прошедших, набрала все вновь. Сос, хочу в марафон. Катюша, ну, приходите. Приходите, вы все знаете, куда писать, что писать. Приходите. Обожаю вас, вы классная. Рецепт от кашля простой. Черная редька с медом. Шикарный рецепт, помогает хорошо. Голос детский. Ну, что делать? У меня такие связки. Мы просто голодаем на воде. Ну, зачем вы обманываете? Вот опять хейтеры появились. Картошку мы кушаем на марафоне. Картошку, капусту, морковку, курицу. Яблоки мы кушаем. Мария Шершакова тоже в прямом эфире. Отлично. Можно ли пропустить день-два? Вы можете пропускать сколько угодно. У вас будет расписание, по которому вы можете дальше питаться. Так что ничего страшного. У меня одна единственная сестра, старшая, Галина Александровна. Она, кстати, на нашем марафоне очень похудела. Прямые эфиры проходят вот так, как сейчас я с вами разговариваю, так и проходят. У меня тоже тирамису в выходные, дети едут. О, кстати, Наташа, как раз сравним рецепты, хорошо? Кипр должен открыться для россиян 15 июля. Если так, то вы сразу крите. Женечка не уверена, но у нас еще много всяких обстоятельств для того, чтобы просто сорваться и улететь. Посмотрим, поживем, увидим. Как научиться за собой ухаживать и не запускать себя? Приходите на марафон, мы как раз каждое утро об этом разговариваем. Творог кушаем, да, конечно. Я сохраняю эфиры, все эфиры сохраняю. Сегодня в Ютубе смотрела, что вы делали шунтирование желудка, прямо аж выбесили. Вот никак вас не забудет, Дом-2. Ну, смотрите, если обо мне говорят, значит, я интересна. Пусть говорят, да хоть я третью грудь себе пришила, мне все равно, честно. Пусть говорят. Есть даже передача такая у Малахова. Пусть говорят. Марафон стоит 1000 рублей. Троксивазин или Винолайф, ну, как вспомогательное средство, как профилактика, ну, да. Добрый вечер. Чай с молоком пью всю жизнь, живу в России, но родилась в Северном Казахстане. Очень часто в прямых эфирах делитесь рецептами, которые готовили наши мамы в Казахстане. Это да, это правда. Вы часто делаете тирамису? Леночка, да, серьезно. Вот, как раз будем сравнивать, девчонки, тот тирамису, который нам су-шеф покажет, и который вы делаете, хорошо? Как можно попасть? Можно написать мне в директ или на почту. Зачем Дом-2 репортажи про ваше шунтирование желудка показывают? Зачем?
Понятия не имею. У меня не было шунтирования желудка. Где этот дом 2 показывает, я тоже не знаю. Напишите мне в директ, я с ними разберусь. Мне нравится ваш муж, такой приятный, веселый и статный мужчина. Спасибо. Марафон длится 20 дней. Вы воспитали умную, красивую Олю. Обожаю ее. Спасибо. Привет, привет. С больным желудком нужно не на марафон, а к врачу. Поэтому идите к врачу. Ой, вы такая няшная мамочка. Мамочка лучше. Спасибо, Яна. Картошка калорийная, ее можно... Да, на марафоне у нас можно есть картошку. Можно. Как перестать унывать, устала с двумя детьми? Все родные и мама очень далеко. С мужем отношения напряженные, не устраивает его позиция грубости, жесткости, воспитания мальчиков наших. Ой, это серьезный вопрос, это не тема такая, что ты вопрос-ответ. Вот, это прям тема эфира отдельного, это надо разбираться. Напишите письмо. Вот прям вот все, что у вас есть, вот прям просто возьмите, напишите, пришлите мне. И вечерочком мы вот как-нибудь здесь разберем, давайте. Расписание марафона очень просто. Я уже говорила, что на странице марафона все объявления касаемо марафона. То есть там последнее объявление говорит о том, что в воскресенье 14 июня в 12:00 по московскому времени состоится прямой эфир на странице марафона. И там я все подробно расскажу. Были у врача с больным желудком, 5 лет хожу толку. Ну, к сожалению или к счастью, у меня не медицинский марафон, поэтому я не могу вылечить ваш желудок. Как отказаться от сладкого мучного и не сойти с ума? Не знаю. Картошку отварную, конечно. Привет из Финляндии. Привет, Кристина. Любимая Ирина Александровна. Спасибо. Так, ну все, ребята, у меня муж пришел. Будем сейчас с ним чаевничать. Так что всем пока. Всем спокойной ночи. Все, кто хочет записаться на марафон, записывайтесь, пишите в директ или на почту. Всем пока. Нагиночка, пока. Девочки, марафонцы, пока.